Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Как вы уже заметили, мы находимся в моей ванне. Я уже надела патчи и кое-что, пока я сейчас в патчах, пока идет время, я хочу кое-что вам рассказать, кое-какие покупки совершила, может быть, кому-то пригодится. И мои отзывы, что мне понравилось из того, что я купила. Начнем с патчи. Значит, вот такие вот патчи на мне. Это с сайта iHerb. Значит, где они у меня? Вот они у меня здесь. Что могу сказать про патчи? Сейчас. Вот такая вот баночка. Недавно показывала в ролике посылочка с iHerb. Они изменили упаковку. Они изменили... Ну, покрасивше все это стало. И изменили сами патчи. Формула такая же осталась, консистенция, там все, чтобы результат был, все такое же, все осталось. А то, что они поменяли, это немножко как оболочку. Значит, вот такая вот упаковочка стала, открывается крышечка, да, и здесь, помимо того, что была закрытая, как сказать, такая вот, ну, как обычно, да, вот снимаешь просто... Наклейка такая, да. Есть еще вот такая вот пластмассовая крышка. То есть мы открываем крышечку, и здесь находятся патчи, да. Вот такая вот крышка. Ее не было раньше, сейчас она появилась. Что очень удобно и очень классно вообще. А в ролике, когда я рассказывала про посылку, говорила, что нету ложечки. Вот она, ложечка лежала в коробочке. Я ее даже не заметила. Ложечка есть. Сори, поэтому ложечка у нас есть. Она, значит, так вот, ну, ложим ее вот здесь сюда. И все, она закрывается. Все удобно хранится обязательно в холодильнике. Что могу сказать по поводу самой формы патчев? Очень мне понравилось. Изменили форму. Стало вот немножко, вот если вы видите, да, вот такая вот. То есть и здесь у нас действует, и здесь действует, что немаловажно в наших вот уголках, и внутренних, и внешних. Вот такая вот форма стала, очень удобная. Сразу прилепишь, никуда ничего не сползает, никуда ничего не уходит. Очень удобно и очень эффективно. Молодцы вообще, прям молодцы. Ну, соответственно, результат очень громадные отзывы положительные про эти патчи. Я тоже очень их полюбила, заказываю уже второй раз. И вот как раз сегодня их налепила, чтобы у нас была красота. Потом я хочу сделать уход. У нас сейчас утро, я проснулась, уже позавтракала и решила вместе с вами это все начать. Сделаю кое-какой уход, очищение, и хочу тоже сделать масочку. Ну, я вас приглашаю с собой, и у нас мы сделаем это вместе с вами. Пока сейчас я нахожусь в патче, хочу рассказать кое-какие свои покупки и отзывы, то, что я совершила. По поводу отзывов. Я вам рассказывала в одном из роликов по поводу марки Баби Агафи. Что могу сказать? Кремушек для ног пользовалась. Делала уже как бы такой мини-педикюр. Ну, как бы я делаю педикюр в салоне. А потом, соответственно, в течение там, насколько мне хватает, потому что зимой на дольше хватает, летом на меньше, я дома поддерживаю сама и, соответственно, покупаю какие-то крема, чтобы увлажнять, питать. Вот этот крем, обратите внимание, очень мне понравился. Хорошо впитывается, хорошо питает, хорошо увлажняет. Прям мне понравился за свои деньги, там 50 рублей, присмотритесь. И второе, то, что мне хочу вам тоже посоветовать, это скраб для тела, морожка на сахаре. Приятный запах, то есть вот... Тоже здесь такая крышечка есть, которая, ну, позволяет сохранить очень приятный запах. Пошли в душ, обязательно проскрабировали тело. Легкое такое скрабирование, частички там, идут такие вот частички, все это
Мне очень понравилось, тоже стоит там 100 с копейками рублей, но результат как бы есть, и присмотритесь обязательно, я думаю, что вам понравится, тем более за такие минимальные денежки. Дальше, что могу тоже оставить свой отзыв, что буду пользоваться, мне очень понравилось, это такая вот паста, это с магазина Вкусвилл, паста, да? Так, сейчас у нас фиксируется у вас. Да, вот такая вот паста. Вот. Обратите внимание, стоит порядком 120-130 рублей. Понравилось мне и всей моей семье. Мы на ней остановились, обязательно будем пользоваться. Не содержит фтора, отбеливающая и с углем. И как бы там много чего не содержит. И много что есть для того, чтобы хорошо было и зубкам, был результат. Ну, то есть рабочая натуральная паста. Обратите внимание. Там есть еще другие пасты без угля, не отбеливающие. Тоже как-нибудь обязательно попробую эти пасты. Дальше. И хочу с вами поделиться. Вчера были мои закупочки. Я их называю мыльно-рыльные, так сказать. Когда я закупаю, заканчиваются порошки, моющие средства, гели для душа и все-все-все остальное. Опять я прикупила вот такой вот гель для душа. Конечно, я в поиске натурального геля. Но из всего то, что нам продают, гель, мне нравится чисто линия смородина. И вот эта вот марка мне нравится. Апельсин и грейпфрут. Очень мне понравился. Запах обалденный. Просто обалденный грейпфрутом. Была акция 100 рублей у нас в спаре. И я купила по акции. Ну, я все, я уже говорила и не раз, что все всегда покупаю по акции. Мы должны быть мудрыми, чтобы экономить бюджет. И не переплачивать за те наценки, которые у нас здесь в России. Громаднейшие наценки просто на вещи, ну, на все, да. И как бы поэтому покупаю по акции. Значит, такой вот гель для душа прикупила обязательно. А дальше, что я прикупила, тоже была акция. Это уже в Пятерочке. Прикупила вот Ленор. Суперконцентрат, это у нас идет этот в стирку, да, как он называется, это правильно, концентрированный кондиционер для белья. Здесь 230 миллилитров, это золотая орхидея у нас идет, очень мне нравится этот запах. Попробуйте, очень нравится мне. И второе, то, что вот я говорила, всегда забывала название, это второе, это жемчужный пион. Тоже мне нравится этот запах, прикупила по 100 рублей каждая. Так они там стоят 200, вот по 100 рублей каждая прикупила, и все, теперь надолго мне хватит. А у меня сейчас заканчивается вот такой вот Ленор. Не очень мне понравился, кстати, ну, обычный как-то. Я не люблю, вот знаете, такую банальщину. А масло ши здесь, ну, обычно. Сейчас он у меня там уже чуть-чуть осталось, поэтому в пустой баночке заканчивается. И я прикупила тоже на скидках вот такой вот порошок в жидком виде. Значит, давайте с этого. Bimax Color. Это уже не раз покупочка покупалась. Уже я уже не помню какая. Сейчас у меня заканчивается. Я уже прикупила. Тоже на скидке 180 рублей в Пятерочке. Ну, конечно, все это не натуральное, сразу могу сказать, но как бы я сейчас, у меня больше вот зубная паста и дезодорант, да, чтобы вот выйти на натуральное. Все остальное я как бы, ну, пока что как бы, ну, не то, что... Я, конечно, в поисках смотрю, но там вот, чтобы так кардинально все поменять, нет. Значит, Bimax Color мне нравится. Я его использую в темные вещи, я использую в цветные вещи. Я не покупаю специально для темных. У нас очень-очень мало темных вещей. В основном такие они из темных, но не черные. И для черного я не покупаю специально, чтобы там порошок. Вот, я покупаю вот этот вот колор, он справляется хорошо, и цвет поддерживает, и все замечательно. Вот, я именно покупаю, мне две разновидности, то есть на белые, светлые, да, то есть и на цветные, и в то же время темные туда же.
Также использую всегда порошки в жидком виде. Перестала давно использовать в сухом виде, потому что очень сильно засоряет, загрязняет машинку. Не хочу этого, и поэтому там надо чистить, там надо все это делать, потом дополнительно использовать там колгун, что ли, как он там называется, чтобы чистить машинку. Ну, короче, вот. И вот это вот у меня вещь остается. Вот я вот такую вот вещичку купила. Очень нравится. Запах приятный, классный, качество хорошее, отстирывает на ура. И второе, то, что я приобрела в этот раз Ленор для белых вещей. У меня сейчас заканчивается тоже Бимакс для белых. Но я не на 100% им довольна, честно могу сказать. Не отстирывает даже при какой там той или иной температуре, при низкой, даже высокой. Не отстирывает он так сильно хорошо белые вещи, допустим, там майки, футболки, рубашки. Не отстирывает. Ну, нет такой вот белизны, мне не нравится. Так что я его больше брать не буду, сейчас добью и все. И вместо этого я взяла Ариэль. Тоже был по акции 250 рублей. Здесь у нас сколько? 1300 миллилитров. А на Бимаксе у нас, знаете, сколько? Полторы. Полторы литра. Полтора литра. А здесь 1300. А Ариэль тоже был по акции. И я взяла его, потому что я им пользовалась. И мне нравился результат, как она стирает вещи. Нравился. Запах очень приятный. Очень классный, нехимозный. И здесь написано, что 0% фосфатов и хлорного отбеливателя. Да, такой вот. Вот этот бадья заменяет 3 килограмма сухого порошка. Вот такие вот у меня были покупки. Прям вот по акции. То, что есть, я вижу, покупаю и беру. Так что не могу. Вот эти вот две вещи я не могу посоветовать, потому что, ну, не очень мне понравилось. То, что мне нравится, прям очень на 100%, я обязательно советую вам. Так что вот такие вот дела. Итак, у меня сейчас буду снимать патчи, дальше будем делать уход вместе с вами. Да, кстати, девочки, хочу показать вам, чтобы вы обратили внимание на вот такой вот био-йогурт «Слобода. Семейный завтрак. Живая еда». Тоже не так давно с ним познакомилась. Что хочу сказать? Очень питательный, очень вкусный. Обратите внимание. Здесь, допустим, есть вкусы энергии мандарины, польза орехов и мюсли. Это все, что мне осталось. Было больше. Сейчас, кстати, в Пятерочке на них идет акция. Польза грецкого ореха для ясности мысли. И еще был третий вкус с грушей. Что хочу про это сказать? Во-первых, состав, самое главное, состав. Обратите внимание на состав, который есть. Ой, сейчас я вам как-то вот так вот. Обратите внимание на состав. Вот, значит, что здесь у нас есть в составе? Это нормализированное молоко. Есть наполнитель. Это, ну, фундук обжаренный, яблоко, мандарин, зародыши пшеницы, изюм, натуральный загуститель, цитрусовые, пектин, лимонный сок, йогуртная закваска и лактобактерии. Конечно, присутствует здесь сахар, но это понятно, да? Но в основном вот этот йогурт натуральный, то есть нету консервантов, нету вот этих ешек. И очень питательный, очень сытный. Как можно использовать, допустим, легкий перекус, можно использовать на завтрак, а можно использовать вечером, допустим, чтобы не пережирать, не переедать. Очень хорошее, как бы мне понравилось эти био-йогурты. Обратите внимание, очень сытные и компоненты, действительно, орехи, все то, что заявлено, все это есть. Все, сняла патчи. В таком виде перед вами я стою, нахожусь. Мыла личико, как всегда, своим любимым черным африканским мылом. Сайт iHerb. Не раз уже об этом говорила. Вот такое вот мыло. Вот с такими компонентами. Крапление там идет. То есть там масло ши. Там много что находится. Поэтому обратите на него внимание. Очень-очень классное мыло. Ну, фиксируйся, чтобы показать вам
такие вот очень, они не поверхностные, они прям внутри находятся именно вот этого мыла. И очень хорошие, не сушат. Вот просто пою ему оды, буду заказывать еще не раз. Значит, что у меня за маска на лице? Это у нас глиняная пузырьковая маска Элизабека, от марки Элизабека. Поэтому тоже с сайта iHerb. Вот такая вот масочка. Многие уже про нее знают, не раз слышали. Сказать бы, чтобы я ей довольна на 100%, не могу сказать. Сейчас пока вот ее держу, хочу вам рассказать. Пользуюсь достаточно редко, не так часто. Она глиняная, она очищающая. Насколько она чисто очищает, ну, у меня не настолько загрязненная кожа, чтобы это понять. Черное мыло мне больше нравится, я им пользуюсь каждый день, я могу им пользоваться утром и вечером. Пользуется мой сын, для подростков очень классно подсушивает. Тяжело разговариваю, потому что как-то вот, вот это вот то, что у меня на лице, мне мешает. Подсушивает классно, вот у меня как раз вот, знаете, вот подростковый вот этот период, все вот прыщички, высыпания, классно подсушивает, обратите внимание на это черное мыло. То, что касается этой масочки, вот сейчас как бы решила ей попользоваться, чтобы уж ее использовать, так сказать. Буду заказывать еще раз. Нет, взяла первый раз на пробу. Я не совсем там довольна ей. Есть другие маски, намного как бы лучше, которые мне нравятся. Итак, что у нас происходит? Вот такая вот пузырьковость. То есть мы нанесли эту масочку. Наносить надо быстро, потому что она быстро начинает засыхать, пузыриться. Сейчас мы подождем несколько минут, когда все пузырички, вот боже мой, когда все пузырьки, они войдут в свою форму, в свою фазу, так сказать. И после этого надо сделать легкие массажи круговыми движениями, не смывая, да, то есть их, как бы, так сказать, побольше, чтобы действие было. Вот. И потом, соответственно, вы смываете. Смываю я по-разному. В основном вот таким вот, сейчас в последнее время смываю таким вот спонжиком, для того, чтобы, ну, помогает смывать. Это марка Дека. Да. И смоем. И потом я хочу вместе с вами испробовать и нанести масочку тоже корейскую, от того же производителя, что были у нас патчи. Поэтому хочу попробовать первый раз, большие отзывы на нее. Посмотрим, что она себе представляет, какое там лекало и что, как все будет. Ну, смотрите, прям вообще очень много всего. И вот такими вот движениями, немножко смочить надо руку, потому что она такая сухая, потому что глиняная. И вот такое вот движение как бы делаем для того, чтобы все вот эти вот пузырьки, они начинают падать. Но вы как бы их лопаете, да, и начинаете, главное, чтобы не глаза. Ну, вот за это я ее не люблю, за эти все вещи. Так что и массажируете, все полопали пузырьки, и такой массаж делаете больше, усиливаете, так сказать, эффект глиняной маски. Ну и потом мы все это смываем. Заявлено, что нужно после очищения лица, ну, вот как раз у нас маска была очищающая, да, протрите кожу тоником. Я протерла своим Королайн. Господи, что ж у меня сегодня с языком, ошибаюсь, Клиник. Да. Значит, своим Клиником я... Самое смешное. Смеяться не могу, потому что все как бы маска на лице. Значит, тоником протерла. Равномерно нанесите маску на лицо, избегая нанесения на области вокруг глаз и рта. Оставьте на 10-20 минут.
после чего снимите маску с лица, осторожно похлопайте, чтобы дать остаткам средства впитаться в кожу. Значит, масочка лекала хорошая, и очень мне понравилась, как раз на мое лицо. Конечно, если у кого большое личико, оно будет не хватать. Ну, здесь прям вообще нету. Такое, оно даже тонкое, такое вот полотно. Да. Значит, нанесла вот маску. Даже можно с тобой ближе. Очень пропитанная, очень сильно пропитанная. И даже вот остатки, которые там были, я вот сюда как бы на декольте, на шею, все это наношу. Что-то добро-то пропадать, правильно? Вот. Ну, значит, мы сейчас в релаксе у нас. Я минут 20-30 всегда оставляю. Никогда 10 минут не делаю и вам не советую. Прям, когда вот она прям впитается хорошенько. И потом уже ее снимаю. Я так поняла, что смывать ее не надо, но посмотрю по ощущениям. Не все маски, как бы, на ощущения хороши. Пришли с прогулочки, немножко погуляли, ходили на рынок за вот этой вот красотой. Посмотрите, какая красота. Ну, для кого это красота, для кого нет. Кто-то уже пробовал, но мы покупаем в первый раз. Клубнику взяла краснодарскую. Я всегда беру ящиком. Здесь 5 килограмм. Ну, не знаю, правда или нет, будем взвешивать, будем проверять. Потому что ай-яй-яй могут обмануть. Вот, значит, сколько килограмм? 140 рублей стоит. Ну, вот и считайте. Купила там клубнику. Купила вот такие вот огурчики по 90 рублей у нас килограммчик. Кто еще не знает, это город Москва, я имею в виду. Ну, такие вот огурчики купила. Купила себе зеленые яблоки. Ну, конечно, только себе, но в частности, потому что мне нужно зеленые яблоки есть, чтобы меньше у меня было мочевой кислоты в крови. Купила вот такой вот творожок 5% вкуснотеево. Кстати, обратите внимание, потому что состав достаточно хороший. И поэтому всегда его беру. Меня любит муж. И мне уже пора его тоже есть, потому что опять ужесточилось у меня питание. Мне сейчас нельзя есть мясо, нельзя есть рыбу. Поэтому осталось только вот молочка, ну, я имею в виду творог, там яичко можно одну в день, как сказали. Сметанку беру всегда 10%, домик в деревне, тоже очень нравится. Это слоеные такие слойки, сыну взяла, очень любит, сейчас ему сделали коктейльчик. И со слойками он сейчас у меня как раз ужинает, и вот эти вот потом ему сделаю. И всегда вот беру такое вот не молоко, не знаю, насколько, как это сказать, правильно, но вместо молока я беру вот это вот не молоко, потому что молоко я беру, ну очень редко, может быть, когда блины сделаю, вот. Также, что у меня еще здесь, бананчики я взяла, зашла в магазин. Но это вместе я показываю магазин и рынок. И вот такие вот пончики у нас продают, такие пончики, я тоже сыну взяла. Это не мне, даже не думайте. Мне такие нельзя. Пончики взяла, да, здесь лежат мои авокадо, поспевают, потому что я покупала прям такие вот тверденькие, уже вот они вот полумягенькие, хорошенькие, вот, кстати, авокадо. Да, вкусные авокадо, каждое утро по половинке я ем. Клубника, сейчас, не знаю, не пробовала даже, посмотрим, какая, краснодарская. По поводу клубники, так, там был еще один вид клубники, вы не представляете, это вот такая вот, вот такая вот вся один к одному. И такой вот розовый цвет, какой-то неестественный. Но мы так поняли, что она чем-то напичкана. Потому что все-таки, когда клубника естественная, натуральная, она вот должна вот выглядеть вот так вот, мне кажется. Даже где-то вот не созревшая. Ну, всегда как бы невозможно, чтобы одна к одному. Когда одна к одному, меня это уже все, меня это подозрение, что что-то не так. Клубничку сейчас перевешу, переберу. Кое-что так в холодильничек, кое-что сейчас сделаю коктейльчик. Естественно, кушать, чтобы питаться витаминчиками. Обязательно. Коктейльчик я делаю, добавляю вот это вот не молоко, клубничку.
И мороженое. Специально покупая мороженое у нас здесь в киосках. Ну, не только у нас, везде в киосках есть вот такое вот мороженое. Вот здесь у меня, кстати, вот это вот масло, которое я покупаю сыну и мужу. Чтобы было 82%, отметьте, пожалуйста, потому что меньше – это уже что-то не то. Чтобы масло было у нас натуральное. И вот такое вот мороженое я покупаю. Кстати, состав еще не читала. Ну, посмотрю сейчас. Да, взяла вот такое вот мороженое. Мы в прошлом году на нем делали. Ой. Сейчас посмотрим. На нем делали этот... Коктейльчики. Вот ванильное мороженое. Значит, что здесь у нас по составу? Ничего не видно. А вот молоко коровье цельное, масло сливочное. Вот здесь все написано. Сгущенка. То все. Ну, эмульгатор есть, вот этот моно. Но здесь получишь состав, нежели вот мы до этого смотрели. У нас в паре мороженое, там и пальмовое дерево, и ешки, и, короче, там фигня всякая. Ну все, так что такие вот у нас были покупочки с рыночка, с магазинчика.